В ходе личного досмотра у них обнаружено 54 приготовленных к сбыту свертка общей массой более 50 граммов. По заключению экспертов, в пакетиках находились кокаин, МДМА и метамфетамин. В ходе личного досмотра у них было обнаружено более 50 свертков с наркотическими веществами. Эти свертки были оборудованы магнитами для осуществления тайных закладок. Чаще всего они их крепили на металлические трубы и подоконники на первых этажах. В Сочи молодые люди приехали около месяца назад с целью распространения наркотиков. Установлено, что приобретали они метилэфедрон в интернете. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, до 20 лет лишения свободы.